Слово для открытия мероприятия предоставляется начальнику. Доброе утро, уважаемые кенесемцы, уважаемые коллеги, друзья. Мы очень рады, что именно сегодня, в этот день, мы находимся на Святой Земле для того, чтобы провести очень для нас важное, нужное и прекрасное мероприятие «День открытых дверей». В чем это заключается? Именно сегодня все наши подразделения, не только Кенишемского УВД, но и УВД по Ивановской области, открыты для вас. И мы сегодня не просто покажем, мы ответим на все ваши вопросы честно, достойно и правдиво. Поэтому не стесняйтесь подходить к каждому сотруднику и задавать вопросы. Вот впереди нас выставлена часть нашей спецтехники. То есть сегодня у нас востребованы не просто юристы, у нас есть достойные места для инженеров, для электроников, для любой специальности. И сегодня мы постараемся вместе с вами провести этот день, сколько нам хватит сил вместе с вами, задора, уверенности, для того, чтобы показать все то, на что мы способны. Я понимаю, что предыдущие 2 года были очень сложны в части того, что вы видели сотрудников полиции в масках, и тем более не все время говорили. Либо оденьте маски, либо не собирайтесь вместе. А сегодня мы вместе с вами на улицах этого прекрасного города. Поэтому, уважаемые друзья, коллеги, позвольте мне сказать слово благодарности, что вы вместе с нами сегодня. Я готов тоже ответить на все ваши вопросы. И надеюсь, что вы проведете прекрасный этот день вместе с нами. Спасибо. И... Уважаемые ребята, уважаемые гости и жители нашего города. Главная цель сегодняшнего нашего мероприятия – это формирование правильного мнения о деятельности органов внутренних дел и патриотическое воспитание молодежи и общества в целом. Сегодня здесь собрались не только те граждане, которые хотели бы побольше узнать о деятельности органов внутренних дел, но и те, которые хотели бы свою дальнейшую судьбу связать со службой в органах правопорядка. Сегодня впервые у нас в городе проходит День открытых дверей, организованный управлением внутренних дел по Ивановской области. Сегодня работники полиции ответят на ваши все вопросы, покажут, как работает служба полиции. Я хочу только сказать, что правильно в песне поется: наша служба и опасна, и трудна, и работники полиции достойно выполняют свой долг в нашем городе по охране общественного порядка. Хотелось бы их поблагодарить за добросовестный труд, такой нужный и важный для жителей нашего города. А дети ходят гурьбой, а милым улыбаются. А... Нам поверят.
сыпь душа. Все тебе читаю захлёб об этом, соблюдаю все как один диету, и ночами шью ты мано.